Сорокина. Здравствуйте. Я начну сразу с цифр. Знаете ли вы, что у нас 72% сограждан вообще не имеют загранпаспорта? При этом 76% никогда в жизни не выезжали за пределы бывшего Советского Союза по делам. А 60% даже не отдыхали, даже в Турции или где-нибудь в Египте. Вот такая вот невыездная страна. Мы об этом сегодня будем говорить. И хотела бы сразу отметить, что было ощущение, что все-таки нарастает поток наших поездок. Но этот год, судя по, опять же, по цифрам, не подтверждает этого ощущения. Я вам сейчас представлю моих собеседников, тех, с кем мы будем говорить. Михаил Кожухов, журналист, президент клуба путешествий Михаила Кожухова. Ольга Яковина, журналист, бывший главред журнала «Вояж», ведущая передачи о путешествиях на радио 7 на Семи Холмах. Я права, да? Ну, тоже тревел-журналист. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Здравствуйте. И Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Я вас приветствую. Итак, можно подводить итоги сезона. Ну все, прошел уже даже сентябрь, такой месяц поездок. Можно подводить итоги. И есть эти первые цифры. Оказалось, что поездки за рубежи нашей родины сократились примерно на треть, на 34%. Про верные цифры или я что-то могу путать? Полная версия доступна для подписчиков.